день выписки. Мы поехали на набережную. По лесу погуляем, да? Все довольны. Квош. Сегодня 22 февраля. Мы решили времени не терять и свозить детей на горку, в лес, в парк погулять и самим расслабиться. Мы уже доехали до парка. Вот здесь такой вот Тимур на плюшке. Папа его катит. Сейчас поедем на горку, на большую. Сегодня тепло, 0 градусов. Вообще красота на улице. Вот наша лыжная база. Здесь выдают лыжи. Ну, как выдают? На прокат дают плюшки. С такой горки можно кататься. Там еще есть склон. А вот там все, вот пошла трасса. Кататься на лыжах. Вот стояночка. Частный сектор. Хорошо. Классно сделали. Вообще здорово. Ну как тебе, Люшка? Довольная? Угу. 23 февраля купили такую термокружку. Такую. ДНС. Нажимаешь, пьешь. И в парфюм лидере была акция 1+1. Купили такие мне духи, парфюмерная вода. Они стоили 5300. И Мурата 5 с чем-то, да? Да. Ну, 5 с копейками. 5700, по-моему, вот такие. А тоже это смешно? Вроде парфюмерная вода. Вот, и заплатили. А нет, туалетная у тебя, Мурат. И заплатили всего 5700. 53 рубля моя вода стоила. Его полностью оплатили. А это за 53 рубля. Так. В парфюм лидере. Еще не пользовались. Хотели поехать в кафе, в новое, да, кондитерское, но не поехали и решили в Бургер Кинг отдохнуть. Скажите коробочку, Анна. Сегодня у нас уже 23 февраля. Всех мужчин поздравляю с праздником. Здоровья, счастья, удачи. А мы сейчас вот таким тортиком будем завтракать. Делала медовик на сковороде. Нежные-нежные такие коржики. Надеюсь, что будет очень вкусно. Ой, какой нежный. Обалденный крем. В самый раз сюда. Не жирненький, ничего. Очень-очень вкусный. Девочки, я еще буду готовить коржи. Покажу вам рецепт обязательно. Я оставлю ссылку на блогера, на видео, по которому я готовила. Ой, вообще, такой нежный-нежный. Обалденный. Сейчас будем пить чай, поздравлять наших мальчиков и пойдем гулять на улицу. Такая красота у нас, солнышко, прям весна-весна. Я протушила немного говядину, хочу сделать в кисло-сладком соусе. Она мне до готовности ее довела, протушила под закрытой крышкой. Теперь я добавляю немного соевого соуса. Сильно я не солила изначально. Соевый соус. Немножко кетчупа для кислинки. И у меня еще есть вот такой кисло-сладкий соус. Его я тоже маленечко добавлю. Крышечка что-то не снимаю заранее. Мед я не захотела добавлять. Нет, не очень.
Вот. Соус такой мне сойдет. Вот сейчас это у меня маленько прогреется. И покажу, что буду делать дальше. Хочу, чтобы вот эта жидкость выпарилась. Сейчас на сильном огне я ее выпарю. Такое карамельное мяско получилось. Здесь я поджарила кунжут совсем слегка. И мы делаем вот так. Красота и вкуснота. Я впервые готовила таким способом мясо, еще и с кунжутом. Это очень вкусно, ну просто очень вкусно. Кунжут, даже он не молотый, да, он выдает свою вот эту изюминку. Он хрустит на зубах. Хрустит даже неправильное слово, он лопается на зубах. Обалденное. Мы будем обедать, а всем вам пока-пока.